Слушай, тут недавно Чемизо, мы делали эфир, значит, с Буайсаром Сайтиевым, и Чемизо опубликовал вызов Жамалову. Я думаю, ты мог это видеть. Да, я наблюдал. Как ты вообще относишься к такой практике, которая, я так понимаю, появляется теперь в борьбе? Насколько это круто вообще для борьбы, когда вызовы кидают? Ну, такие добрые, понятное дело, да? Это очень интересно. Я бы смотрел, например, и участвовал бы тоже с удовольствием. Но это неплохо для нашего вида спорта, это 100%, потому что это новая форма этого вида спорта. Людям интересно, кто победит именно в очной схватке. Если они не попадались, например, на соревнованиях, а таких очень много ребят, которые друг с другом. И всем очень интересно, кто как отборется с таким-то или с таким-то человеком. И такие схватки делать, такое шоу делать, это на людям интереснее будет за этим наблюдать, и популяризация будет борьбы на очень высоком уровне. Так что только плюсы, это хорошо.